Всем привет, с вами Виктория. В этом видео я хочу вам рассказать, как приготовить шоколадную глазурь. Также в конце видео я вам покажу, как легко и просто этой глазурью можно покрыть торт. Итак, нам понадобится всего 3 ингредиента: шоколад, молоко и сливочное масло. 200 грамм шоколада наломаем на кусочки. 100 миллилитров молока выливаем сверху на шоколад. И добавляем 50 грамм сливочного масла. Ставим в микроволновую печь растопиться короткими импульсами по 30 секунд. Время от времени можно доставать и перемешивать. Перемешиваем интенсивно в центре силиконовой или деревянной лопаткой. Постепенно вы будете видеть, как масса начинает становиться однородной и глянцевой. Кстати, если шоколадная глазурь у вас получилась немного густовата, то можно добавить еще 1-2 столовые ложки молока, поставить в микроволновую печь и еще раз все перемешать. Если же наоборот она у вас получилась слишком жидкая, то добавить еще немного темного шоколада. И все то же самое можно проделывать не в микроволновой печи, а на водяной бане. Вот такая примерно консистенция должна получиться. Не забывайте, что по мере остывания шоколадная глазурь будет загустевать. И теперь, как обещала, покажу, как с ее помощью можно и легко, и просто в домашних условиях покрыть любой бисквитный торт. Беру обычную тарелку, сверху на нее устанавливаю решетку от противня и выкладываю торт. К этому моменту шоколадная глазурь уже должна немного остыть. И сверху просто вот таким образом поливаю торт шоколадной глазурью. Это можно делать в несколько приемов. Подождать, пока глазурь немного стечет. Можно слегка поворачивать решетку. Также можно помогать шпателем. Но поверьте, и без шпателя получается очень все ровненько. Если вас устраивает, можно уже оставить так. А если нет, то полить еще одним слоем шоколадной глазури. Подождать, пока все хорошо стечет, и отправить торт в холодильник. Посмотрите, какая красота получилась. Дополнить украшения можно фруктами, ягодами, конфетами. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось. Пишите мне ваши комментарии и до новых встреч. С вами была Виктория.